Всем привет! Значит, тут небольшая оказия произошла, я непонятно. Первый раз у меня такое случилось, что я просто пропала, короче, с AliExpress заказ. Сейчас объясню, в чем случилось, ну, в чем что произошло. Значит, я заказываю. В своем видео я уже рассказывал, что заказываю из AliExpress кабеля, вот, фирмы Югрин. Не только кабеля, они еще делают всякие подставки, я заказывал для смартфонов, там, в общем, аксессуары всякие. Хорошая фирма, качественная, всем рекомендую. Дело в том, что в комплекте с Samsung телефоном идут короткие провода, они, ну, хочется подлиннее и качественнее. Ну вот, и вот как вариант, и, ну, вот заказал я, в общем, эти проверенные фирмы, качественные, надежные, даже для айфонов, MFI, все работает, все как надо. Очень хорошие кабеля, но и стоят, соответственно, они тоже не так дешево, как хотелось бы, потому что они все-таки качественные. Вот, ну один фиг дешевле оригинала. Вот, и, значит, заказал я два кабеля. Ну вот, один короткий, другой длинный. Сейчас открою этот пакет, вот такой вот он. Посмотрим, что там пришло. И я даже вам, дело в том, что не могу сказать, за сколько я купил, потому что я там потратил купоны, и потому что, собственно говоря, пропало, вообще пропало, ну вот, как это называется, моя посылка пропала. То есть я захожу в приложение AliExpress, и там нет, короче, вообще посылки, как будто бы я ничего не покупал. То есть вообще просто нету. То есть мне даже теперь не подтвердить товар, что я получил, не оставить отзыв. То есть я не знаю, куда делся заказ. Первый раз у меня такое вообще случилось, что просто исчез товар. Хорошо, что он пришел. Я его просто заранее отложил, номер заказа, в почтовое, ну, приложение Почта России. В общем, и там мне пришло уведомление, что почта пришла. Что пришло, непонятно. Я сходил, опа, блин, смотрю, Югрин. Думаю, ну отлично, кабеля мои на месте. Захожу в приложение, а там ничего нету. Это вообще ерунда какая-то полная. Полный бред. В общем, ну хорошо, что все хоть на месте. Значит, вот, что у нас тут пришло. Такие пакетики, в общем, тут. Давайте посмотрим. Так, это у нас, короче, идет. Ну, сразу видно, даже упаковка, и то она качественная, из качественного такого плотного материала сделана. Это у нас идет короткий провод USB 2.0, микро-USB. Это от Powerbank заряжать, с собой если брать. Смысл, потому что длинный таскать. И вот этот вот 1,5-метровый Type-C кабель, который поддерживает быструю зарядку. 3.0 должен поддерживать, или 5.0, я не помню уже. Даже не посмотреть, что я заказал. Но 1,5 метра написано. USB 2.0 Type-C. Так. Сейчас, секунду, я достану Powerbank, чтобы сразу проверить, поддерживается ли быстрая зарядка. Сейчас на паузу нажму. Так, Powerbank я достал. Так, что, начнем? Распаковка. Начнем с Type-C, посмотрим. Ну, короче, там все на все ушло 300 рублей всего лишь, по-моему. Потому что были купоны еще там вот с этим 11.11, там они купоны раздавали. Надо сказать, что посылка пришла очень быстро. Пришла она буквально дней за 10, я удивился. О! В подарок дали вот такую штуку еще, смотрите, югриновскую. Это у нас, короче, хомут для кабель, короче. Когда длинный, делать его, короче, на липучке, вон, смотрите. Тоже в упаковке, югрин. Так, и еще, вон, 70% что-то. Ну вот, у них Powerbank, видите, у них и наушники продаются, и быстрые зарядки, вот, тройные там всякие, видите, вон, Lightning для айфона. Короче, магазин хороший на самом деле. Заходите, смотрите, там очень много всяких интересных товаров. Так, видите, упаковочка, все, вот, знаете, вот чувствуется такой фирмой, даже не скажешь, что это Китай. Вот. Круглый провод, кабель, вернее, правильно называть его. Вот он так завернут. Здесь у нас Югри написано. Там, кстати, разного можно было цвета выбрать.
еще белый, я выбрал черный, еще какой-то серебристый, что ли. Так. Сейчас я, как я снимаю на S8, я сейчас, который поддерживает быструю зарядку, сейчас я к нему этот кабель сразу и подключу. Так. Снимаю в 4К, надо уложиться в 10 минут, а то выключится видео. Так, 5 минут прошло. Значит, то я потом нарезать не хочу это все. Склеивать, вернее, кусками видео. Так. Так, включил. Это я не включу. Так, вот сейчас включу вроде. Что-то я не пойму, то ли у меня пауэрбанк, что ли, сел. Сейчас посмотрим. Что-то пока и заряд-то не идет. Или он севший у меня, блин. Я же его не заряжал, он у меня в сумке 2 дня пролежал. Так. О. Значит, заряд пошел и сразу как бы не пошел. То есть появилась зарядка, но я не вижу, заряжает он или нет, то что я записываю. Непонятно, значит, с пауэрбанком может что-то. Сейчас, секунду, я кабель, ой, эту адаптер питания достану. Что-то какая-то оказия происходит. Так, сейчас я в блок питания вставлю, который оригинальный. Быструю зарядку, которую поддерживают. И воткнем, посмотрим. Ну, собственно, то же самое произошло, что и с этим самым от пауэрбанка я заряжал. Значит, с пауэрбанком все в порядке, заряжет он. Может, из-за того, что видео я записываю. В общем, появился значок, что он заряжает, но быстрая зарядка не появилась. Значит, я купил кабель, который не поддерживает быструю зарядку. Что хреново, короче, блин. Не то я что-то купил. В общем, такие дела надо будет видеть. А мне теперь даже не посмотреть, что я купил. Потому что заказ пропал. Просто пропал заказ из Алиэкспресса. Вообще просто непонятно. Я даже не посмотрел, что я заказывал. Вроде бы заказал, который поддерживает быструю зарядку. Вроде бы я его ну, заказывал. Ну вот такой маленький кабель, да. Микро USB черный весь. Полностью черный. Так, а где у нас... А где у нас, где у нас? Вот оно, да? 1,5 метра. Но тут ничего не написано. К сожалению. Поддерживает ли он быструю зарядку или нет. В общем, такие вот дела, ребят. В общем, я не знаю даже, что сказать. Я не могу подтвердить, поддерживает этот кабель быструю зарядку или нет, потому что кабелей там очень много, они все очень разные. Какие-то поддерживают быстро, какие-то не поддерживают. Все там. Какой я именно заказал, видите, мне даже теперь не посмотреть. Но судя потому что не написано было быстрая зарядка, обычно когда записывают, он не поддерживает. Но тоже надо проверить еще, когда я перестану снимать видео. Вот. Потому что, может, пока сейчас, пока я снимаю видео, он, может, не показывает у меня сейчас на экране, что там заряжает. В общем, вот такие дела. В общем, такой вот отзыв про Югрин. На удивление, дошло быстро, но пропал с Алиэкспресс, пропал просто мой заказ. В общем, на этом всем спасибо за внимание. Всем пока.